Снова добрый вечер всем. У нас на этой неделе две главы. Это Тазрия Мицура. Одна за другой. Кстати, следующей неделе, прошу прощения, будет тоже две. Ахраймот в душе. И, в принципе, в обоих главах, и в Тазрия, и Мицура, там вначале в Тазрия немножко другая тема, но глобально эти две главы занимаются Мицура. Прокаженным. Хотя вообще перевод прокаженный не верит. Потому что проказа это болезнь. Как таковая. А мицура или цараат, судя по тому, как, кстати, где она проявляется, допустим, она проявляется из царат на одежде, то есть проказа одежды, так называемая. Есть также проказа на домах. Да, то есть царат дома. И Рамбам пишет, что это вообще весь, вот эта вот вещь вообще ни разу не естественная. То есть, да, в природе такого нет. Поэтому это показатель, что это что-то от Бога, это наказание от Бога. Вот. И поэтому болезнью проказа это называть тяжело. Но мы для удобства будем называть это проказа или царат. И, естественно, когда мы говорим про мицура, про прокаженного, невозможно не вспомнить смысла всего этого и слов Рамбама, который приводит по поводу царат. Он говорит, это в законе Тума царат в 16 главе, 10 Аллаха, ему он говорит так. Это же такое, что мне попало в горло. Вот. Он говорит так. То есть, окей, я буду, наверное, сразу по-русски сказать. И об этом вещи предупредила Тора и сказала, оберегайся от проказа, то есть Захара, за царат. Помни то, что сделал Господь Бог твой Мирьям, в пути ее. Как, и сказано, то есть, как сказано, то есть, как он сказал, смотрите, что произошло с Мирьям пророчицей. Итак, то есть, в принципе, нам сейчас Рамбам объясняет, что произошло, то есть, на что нужно обратить внимание, в чем проблема с Сарат, откуда он приходит к нам. И он говорит, каль вахомер, тем более люди злодеи дураки, которые привыкли много говорить всяких вещей. То есть, да, поэтому правильно человеку, который хочет настроить свои пути в жизни, отдаляться от засидеть или разговаривать с ними, то есть с глупцами злодеями, чтобы человек не был пойман в сети глупцов и злодеев. То есть это как пути, то есть сидение с паяцами, то есть или клоунами, злодеями. Сначала много говорят, обсуждают всякие вещи, а потом начинают говорить плохие вещи о праведниках, и после этого уже начинают говорить о пророках и начинают, то есть как бы говорить, что слова, то есть слова их неверные. И в конце концов оттуда приходит к Богу и приходит, называется, кфира байкар, то есть куфрим байкар, то есть да, отрицает Всевышнего и так далее. Так это происходит, но разговор праведных евреев, она не такая, разговаривают они о Торе и о мудрости, и поэтому Всевышний помогает им, то есть им и их, то есть делает им схуё, то есть оберегает, то есть мизакео там, ба, то есть, да. Короче, мы видим, Рамба объясняет, в чем проблема. Отсюда намекает Сара. Сара нам говорит очень простую вещь. Это связано с болтанием. Неправильно. Говорит, в чем проблема? Это выходит, царат появляется, это духовная, то есть она духовная болезнь, так называемая, которая проявляется физически. Она происходит, что люди занимаются, то есть, поясничеством, клоунадой, разговаривают с глупцами, говорят всякие глупости, общаются всякой глупостью и так далее, и так далее. Что они могут дойти до того, что в конце концов они презрят Всевышнего и, короче, отдалятся от всего. Потому что по-настоящему нужно общаться с теми, то есть, с праведными евреями, которые говорят о великих вещах, возвышенных вещах. И так далее, тогда Всевышний, то есть своей высоты, поможет им оберечься от всего. То есть, кстати, то есть, да, тот посыл, который говорит Рамбам, он очень важен. То есть, да, то есть, вообще тот посыл, который у вас вообще в словах Рамбам стоит. То есть, обратите внимание, это очень важно, особенно в наше сегодняшнее время,
эпохи Фейсбука, и не только Фейсбука, социальных сетей, быстро. То есть раньше, то есть ты просто не попадал в эти. Это. Сейчас они тебе лезут со всех сторон. Иногда стоит, иногда есть смысл вообще говорить и что-то высказывать. Но когда ты понимаешь, что попал, называется, к паяцам и клоунам, то есть, да, или глупцам и так далее, там нечего делать. И нужно туда уходить. То есть посыл понятен. Проблема в том, что если мы посмотрим на прокаженных, которые описаны в Торе, и не только в Торе, то есть в Танахе, то у нас определенное количество прокаженных описано, то как бы очень тяжело собрать вот это вот, что с ними происходит, в одну картину, и даже для того, чтобы получить то, что говорит Рамбам. Мы попробуем сегодня, то есть это взял такое введение с Рамбама, то есть один важный посыл, то есть многие знают, что это тоже важно, чтобы не было духовных поражений нашего тела, разума, этой души, даже если нет этого внешних проявлений, лучше отдаляться от всяких ненужных разговоров и глупых разговоров, и тем более с неправильными людьми. Лучше общаться с людьми правильно. Но мы сейчас попробуем делать нечто другое. Мы сейчас попробуем посмотреть, у наших двух глав есть интересные две авторы. Причем в этом году их нет. По причине в этом году выпадает на Шаббат, новомесячие Яра, поэтому будет читать автору на новомесячие. Да, Рош Ходеш. Но в принципе в обыкновенные годы, тем более когда читают каждую главу по отдельности, они вместе, у каждой из них есть автора. И каждый из авторов говорит о разных прокаженных. И там есть очень интересный смысл в обоих случаях. И мы попробуем вывести очень интересную, важную вещь глобальную, вообще связанную с тем, что у нас будет в следующей неделе. То есть День независимости и так далее, а точнее вопрос об избавлении и так далее. И сейчас мы увидите, о чем идет речь. Итак, автора, то есть тот часть из пророков, которые приводят, читают после недельной главы, в Шаббат, на главу Тазрия, она рассказывает нам о очищении от проказа, от царат Наамана, который был полководцем арамейской армии, то есть армии Арама. И его вылечивает от его цара, то есть от его проказы пророк Илиша. И там есть очень интересная вещь. То есть почти на течение всего рассказа про Наамана подчеркивается очень сильный элемент и, в принципе, основа божественная в излечении, очищении Наамана от его проблем. По-настоящему Илиша прямым текстом эти слова говорит. Илиша говорит «Вейшлах эль малах леймор». Лама карата бигдыха явона илай, и так есть нави би Исраэль. То есть, да, и послал его, то есть, Эламелев, то есть, к царю, сказать, почему ты разорвал одежду свою. Пусть придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Да, это проблема решается через божественные силы. В конце рассказа Наман, естественно, вылечивается от своего проказа, то есть, так описано, да. И после того, как он окунается в Ярден, так ему приказал Илиша сказать и так далее, Наман теперь пытается отблагодарить пророка Илишу и предлагает ему дать много денег. Да, то есть подарок. Илиша, естественно, отказывается от предложенным имуществом, подарком Наамана. И понятно почему. Кто такой Нааман? Нааман – это человек, который ответственный напрямую за порабощение еврейского народа в те времена, то есть если откроете книгу царей, Малахим прочитаете, и за продажу, за тяжеленную, то есть тяжесть того рабства, которого возложил, и продажу их в рабов, то есть да, на Арам. Это Нааман ответственен за это полностью, то есть полководец Арама превратил еврейский народ в ничто, по которому можно топтаться. Естественно, что где он взял эти деньги, Нааман, который сейчас хочет предложить пророку Илише? У тех евреев, которых он забрал. Сейчас день катастрофы, нужно понять. Все равно, что придет, то есть хорошо. То есть Илиша по желанию Всевышнего и так далее, то, чтобы показать мощь Всевышнего, излечает, допустим, какого-нибудь офицера вермахта. И теперь этот офицер вермахта пытается отплатить, и понятно, где он взял эти деньги. То есть, да, где он взял. То есть, кто это возьмет в руки? Понятно, никто. Нааман, естественно, Илиша отказывается. Но после того, как Илиша отказался, Нааман возвращается обратно в свой дом, в Арам и так далее. Но тут
за ним двигается Гехси. То есть Гехси это как бы слуга Илиши. И он, скажем так, обманом берет те подарки, которые Нааман хотел дать Илише. То есть он, в принципе, представляет Гехси и говорит, что ему, то есть как бы, что ему дали, Илиша согласен, он вот дает. Из-за этого, что Гехси это сделал, Гехси, называется, получает в подарок, в кавычках, в подарок, проказу Наамана. Причем не только он, но и все его потомство. То есть, да, в наказание. То есть, эта проказа перешла на него. Теперь вопрос. Гехси, понятно, почему он получил. Он грешник. А дети в чем, при чем здесь? И тут мы переходим к следующей авторе, которая читается после главы Мицура обычно, в обычные годы, когда главы разделены и когда у нас нет Рош Ходеш. Там есть очень интересный рассказ. Кстати, это может объяснить, то есть, почему дети Гехси пострадали. Там идет рассказ про четырех прокаженных, с покрытых проказом, которые вышли за Иерусалим. В это время Иерусалим находилась в страшном голоде, в страшной осаде. Они решили, все равно им нечего уже терять. И они попробуют, скажем так, испытать свою удачу и пойдут в лагерь Арама, который находится и стоит там, и попробуют добыть там еды. Когда они приходят в лагерь арамской армии, то они видят, что арамейцев нет. Пустой лагерь, они ушли. И там много чего вкусненького, то есть, да, кто мультики, да, много всего. И что они делают? Вместо того, чтобы сообщить жителям Иерусалима, которые находятся в страшном голоде, что тут называется нету больше армии Арама, можно выходить и здесь есть что взять, то есть, да, есть чем накормиться, то есть получить, то есть, пропитание. Нет, что они делают? Они сначала сами едят, прячут для себя имущество, которое могут унести, и только потом сообщают царю, то есть, да, в Иерусалиме, что войско Арама ушло. Наши мудрецы рассказывают, что эти четыре прокаженных это сам Гехси и трое его сыновей. Теперь объясняют, то есть мудрецы таким образом объясняют, почему они заработали проказу тоже. Потому что они точно такие же, как папа. То есть, да, что они очень сильно их интересует имущество, которое вместо того, чтобы помочь вроде бы Иерусалиму. Но с другой стороны, вместе с этим, эти четыре прокаженных являются провозгласителями избавления. В конце концов, они пришли в Иерусалим, сообщили Иерусалиму, что Всевышний избавил их от Арама. И в конце концов, то есть вот вам свобода, и вот вам еда. Вот таким образом она пришла. То есть, да, страшно, то есть, да, то есть ужасно. То есть именно вот такие вот, то есть через таких приходит избавление. По факту так произошло. Они вестники избавления. Четыре прокаженных. Кстати, это то, что стало, скажем так, музой поэтессы Рахель. То есть, да, знаете поэтессу Рахель, израильская поэтесса, то есть времен, то называется, создавание государства Израиль. У нее очень интересный стих, то есть, да, я попробую это. Он звучит так. «Бешихвар ямим хауев нурай шумрон и вибе мацор. Арбат мецураим ла басру бесура, ла бисру бесурат гадрор. Ки шумрон ба мацор куль хаарец кула. Векавед харав минсо, ах они ло ове бесурат геула, и мипи мецура хи таво. Хатахор и васер вегаала тахор, вим ядо ло тимца ли гуэль». Аз нифхар ли линполь бемцуката мацор, ор ли ём бисура гадоль. Сейчас я переведу. Если, то есть, когда уже, то есть Мишиквар имеет в древности, то есть, когда страшный враг сделал осаду Шомрона, то есть, город Шомрон в Израильском царстве, и четыре прокаженных сообщили, то есть, это сура, то есть, да, радостную, хорошую новость, они сообщили новость свободы. Как сам Шамрон, город Шамрон в осаде, так же вся земля. И уже тяжел голод больше, чем можно вынести. Но я не хочу
сообщение избавления, то есть новость о избавлении, если она из уст прокаженного придет. Чистый сообщит и спасет чистый, то есть да, избавит чистый. И если он не сможет спасти, то есть принести избавление, то мы выберем смерть в страдании, то есть осады, то есть свет и так далее. Что говорит Рахель? Рахель, она говорит, я не хочу избавления от прокаженного. Избавление должно прийти от чистого, не от прокаженного. И она говорит, что если избавление должно прийти от прокаженного, она предпочитает смерть. Это нужно понимать, очень важно запомнить, Рахель не говорит на пустом месте. Она живет в поколении тех, кто зарождал государство Израиль. Она вместе с ними росла и вокруг с ними вместе была. Это люди были самые чистые. То есть, да, это были многие социалисты и так далее. Она знает, о чем она говорит. Она прекрасно понимает каждого из них и что он из собой себя представляет. Из всех отцах-основателей, так называемых. И ее слова очень тяжелые. Но она говорит их честно. Она предпочитает умереть, чем вот эти вот люди будут скажут нам об избавлении. То есть она ей навеяла, то есть вот это вот наша, то есть наша автора главы Мицура, которую мы в этом году не читаем, сказала, но мы обычно читаем, когда мы читаем главу Мицура, она ей навеяла вот это вот, я не хочу такое избавление. Но по-настоящему в Талмуде у наших мудрецов предоставлено другое мнение, чем мнение поэтессы Рахель. Раби Йошуа бен Леви встретился с пророком Илияу. И Раби Йошуа бен Леви спрашивал, где избавитель, где Машиах? Что ему отвечает? Ему отвечает пророк Илияу, что избавитель Машиах сидит между прокаженных вратах Рима. Так говорит Гмара. Раби Йошуа бен Леви не говорит, о, нет, прокаженный, ну его, ну его. То есть, да, лучше смерть, лучше это. Нет. Он собирается и идет в Рим и спрашивает прокаженных, он находит, то есть, что Машиах, он прокаженный, среди прокаженных, леймотай атеймар, то есть, да, то, которое обычно цитируют от Бааль Шем Това, но по-настоящему это гмара в Раби Йошуа бен Леви, который сказал, когда придет господин, то есть, когда ты придешь избавлять. Про Бешта, кто не знает, Бааль Шем Това, то есть рассказывается про него, что он, у него, он делал Алиот Нешама. Алиот Нешама – это возвышение души, то есть когда он покидал тело, и душа поднималась в высшие миры. И он сказал, в один из таких он поднялся, если Герет Алиот Нешама, он поднялся в высшие миры и встретил там Машиах. И он задал ему вопрос, и Матай Атимар, то есть да, этот вопрос Раби Йошуа бен Леви, когда придет господин, тот ему ответил, Шефуц Маэнтехахуц, то есть да, когда твои... свои источники распространятся наружу. И оттуда хасиду, то есть да, считают, что у нас постоянные источники и так далее. И они обычно даже есть такой нигун, и матай атимар, и они как бы там бешт. Ну, зачем это вообще фраза Раби Йошуа бен Леви? В любом случае, что мы видим? Раби Йошуа бен Леви говорит избавление. Даже если оно приходит через прокаженного, я его жду. Кстати, похожая вот эта вот, скажем так, напряженность проявляется в очень известном рассказе Шая Агнона. Шая Агнон один из гениальных писателей, из еврейских, израильских уже. То есть как бы он начинал еще до образования государства, но он также государство. Религиозного, кстати, человека, как известно, Нобелевского лауреата. У него есть рассказ, который называется «Лицурхей Шаббат», то есть да, для Шаббата, то есть, да, для нужд Шаббата. Рассказ описывает раввина и его жену, которые вообще не могут найти деньги, чтобы купить базисные нужды, то есть базисные, то есть какую-то еду и так далее для шаббата. У них вообще нету, то есть, денег на это. И от большого, то есть, горя, что не могут сделать, то есть жена, то есть рабанит, плачет,
ее муж раб выходит, то есть не может выдержать, то есть вот это ее страдание, он выходит на улицу, начинает искать, ходить и так далее, пока не попадает, скажем так, в очень отвратное место в городе, очень грязное, страшное, отвратное. И в этом именно месте, то есть в отвратительном, то есть, да, он находит золотую монету. Деньги. Он ее находит, очищает ее и так далее. Но вместо того, чтобы взять эти деньги для нужд шаббата, он говорит, что если хочет, хотел бы Всевышний дать мне эти деньги, то он бы мне сделал это чистым путем, а не таким грязным. Поэтому он выбрасывает эту монету и в конце концов получает, то есть, скажем так, находит деньги для шабатных нужд через сдаку, которую он давал и так далее. Скорее всего, скажем так, Шай Агнон здесь ставит точку в споре между двумя мудрецами эпохи Талмуда, Амураим, которые как раз в очень похожей ситуации, то есть, спорят. Это Раби Йоханан и Рав Йосеф. Раби Йоханан, они то есть, обсуждают по поводу, это известный, очень известный спор, то есть по поводу Машиаха и избавления. Раби Йохан говорит, что он предпочитает умереть, но не увидеть Машиаха. Так говорит Раби Йохан, то есть, кстати, интересное мнение, то есть почему и так далее. На что говорит Рав Йосеф и говорит, что он с ним не согласен, и говорит очень известную его фразу. Очень известная фраза. Айти ви аскей ви йити в битула де куфита де хавере. Это на арамейском, что он говорит, дай Бог, чтобы я удостоился сидеть в тени испражнений его осла. То есть, да, то есть вместо осел Машиаха, он говорит, дай Бог, чтобы я удостоился сидеть в тени испражнений его отца осла. То есть, что имеется в виду? Здесь то, что это, скажем, слова Рав Йосефа очень сильно напоминают вот это вот, скажем так, вот это вот Рава в рассказе Шай Агнона, который нашел золотую монету в грязи, короче, в очень отвратительном месте и так далее. Он говорит, я готов Машеха даже вот в таком виде терпеть. То есть Рав Йосеф не готов отказаться от этого забавления, даже если она не выглядит и там ставит всякие условия, даже она не выглядит так, как нам бы хотелось. И это очень важный, то есть, смысл, который нам несет, то есть, вот это вот про... То есть, мы раз уже затронули, наши главы говорят про прокаженных, то есть, зрея мицура, то и поговорим, посмотрим разы прокаженных, то, что мы видим из-за второго. То есть, и то, что наши мудрецы обсуждают и так далее. Снова Машиах среди прокаженных и так далее. И Рав Йосеф, который готов сидеть даже в тени испражнений осла Машиаха. Что это показывает? Очень часто, то есть, часто иногда избавление, спасение, которое к нам приходит, оно выглядит не совсем так, как мы себе его представляли. Иногда мы представляем себе его более радужным, более романтическим, более красивым, более чистым. А в природе, то есть в реальности оно приходит не так. И несмотря на все это, многие изречения наших мудрецов говорят и подчеркивают, то есть, да, что нам, то есть вот эти вот прокаженные во вторе, которые приходят и сообщают новость об избавлении, мы должны принимать новость об избавлении и от прокаженных. Мы не должны отталкивать и отбрасывать. То есть избавление, то есть новость об избавлении, все такое. Только из-за того, что называется, оно не в той оболочке, в которой бы нам хотелось. И не так, как бы у нас хотелось. То есть, да, мы должны не отбрасывать это, а действовать вместе с реальностью для того, чтобы превратить избавление частью реальности. Почему? Потому что иногда проказа, кстати, которая может быть в народе Израиля, не связана с грехом этого человека, она связана с грехом всего народа. Таким образом, когда мы берем прокаженного к себе и начинаем, то есть, с ним, то есть, нормально себя вести, то он может кулу афахлаван, то есть весь станет белым, если проказа ушла.
Ты взял из проказа и вытащил оттуда, то есть это чисто. Кстати, это можно завязать еще к очень интересной вещи. К очень известному спору, снова, то есть Мидраш, который приводит очень интересный спор между Всевышним и то, что называется небесной Ишивой. По поводу сомнения в вопросах, то, что называется проказа, то есть по вопросах цара. Там есть интересный вопрос. То есть, да, вопрос, который обсуждают по Мидрашу между Всевышним и его Ишивой небесной. Если то, что называется язва, то есть белая в язве появляется раньше белых волос, или белые волосы появляются, то есть раньше, чем появляется и белая язва. То есть это очищает или не очищает? Я объясню. То есть, да, там, если вы откроете то есть, главу, то есть по поводу как то есть, нашу главу, как Куэн очищает, то есть, да, там есть вопрос, то есть, да, то есть, когда он видит, то есть на язве появляется белый волос и так далее, и вопрос такой. Когда одно, то есть, когда оно меняет своими местами, то есть, да, может это очищать или нет? То есть, у нас есть сомнение, это показатель того, что человек очищается от проказа, или он продолжает быть ритуально нечист в проказе, его нужно объявить прокаженным. Так вот, Всевышний говорит, это сомнение, я говорю, что это чисто. Сомнительная эта ситуация. Говорит Мидраш. Небесная Ишива отвечает Всевышнему. Нет, мы не согласны. Нужно это называется таме. Это ритуально нечисто. Это проказ. Кстати, Рамбам приводит на Галаху мнение небесной Ишивы, а не Всевышнего. Что если у нас, то есть получается сомнение, что появилось раньше, то мы устражаем. Почему? Потому что срабатывает правило. Какое правило? Это сомнение в законе Торы. Сомнение в законе Торы, то есть сфек деорайта, это хумра. Сомнение в законе Торы устражает. По идее, все правильно. Но Всевышний считает, то есть почему Всевышний говорит летагер, то есть несмотря на то, что это сомнение в законе Торы, он уже понимает, то есть нет такого спора, то есть, да, это как бы это мидраш, нужно принцип понять, то есть что идет от Всевышнего. Всевышний говорит, что в этом случае реализация этого правила неверна. То есть неправильно. Почему? Потому что сфек деорайта ли хумра, то есть нужно устражать там, где есть спорный вопрос в законе Торы, это когда речь идет о объектах, о каких-то предметах или так далее. Но когда речь идет о почете людей, квода бриот, уважении к человеку, мы не имеем права устражать и отталкивать. Сделать человека нечистым, делать человеком прокаженным, это его оттолкнуть. В этом случае очень говорит нет. У нас нет стопроцентной знания, мы приближаем. То бишь, что мы, и тут мы должны выучить от, то, что называется, сказано, что есть заповедь. Уподобляться всему, так как ведет себя Всевышний, так и должны мы тоже себя вести. То есть лейдамот лемидутав шлекодж бог. Уподобиться ему. И таким образом мы должны смотреть на процессы, которые происходят, очень мягко. То есть, да, очень мягко и очень, то есть более, скажем так, скрупулезно. То есть, даже если язва не превращается в белую, то есть, да, все равно нам нужно искать шанс, что такое язва. То есть, это понятно, что это аллегория в этом случае язва. Имеется в виду, что когда избавление это не белый пушистый кролик, а это может быть называется противная жаба, и идет через не белый пушистый, красивый, симпатичный, храм спускается с неба, и вообще все такие хорошие, все ангелы на земле, а оно выглядит совершенно по-другому, но оно тоже идет, нужно понимать, что мы обязаны искать и находить возможности даже в той грязи, в которой они находятся. Мы должны очистить грязь и вытащить возможности. То есть, скажем так, если то есть в рассказе Шая Гнона мы, если мы встали бы на месте того раввина, который нашел ту монету, мы ее не выбрасываем. Мы ее очищаем и берем. Точно так же, как Рав Йосеф говорит, я готов сидеть в тени испражнения осла
Машеха. Я не пропущу эту возможность. Да, это грязно, воняет и так далее. Но нужно это очистить, потому что понимать, потому что здесь есть эти испражнения, значит, здесь есть это сел, а если есть это сел, значит, есть Машеха. И они готовы это потерять. Или как Раби Йошуа бен Леви говорит, я иду в Рим, иду к прокаженному, который сидит, который Машех, и спрашиваю, когда он придет. Несмотря на то, что он прокаженный. Или как видит Гафтара, то есть да, то, что мы рассказывали по поводу этих четырех прокаженных, что несмотря на все их поведение, то, что они прокаженные, они пришли с сообщением избавления. Избавление от того, что голод закончился, порабощение закончилось. Это нужно уметь делать. Поэтому, несмотря на все, что происходит вокруг, а у нас происходит и происходило, и все не так, и все не то, и все не так, как нам хотелось бы, и не все, все идеально, и избавление пришло не идеально, и государство пришло не идеально, и оно вообще не идеальное, и правительство не идеально, и оппозиция не идеальна, и вообще стране не идеальная. То есть это нужно искать возможность вытащить оттуда и очистить избавление. Это то, чему учат нас вообще, то есть занятия и вопросами вообще прокаженных. Обратите внимание, Коген, то есть до того, как он объявит, то есть в нашей главе говорится, до того, как он объявит, что человек, то есть мицура, то есть что он прокаженный, сколько действий он делает. Он его посылает, проверяет, посылает. Он ищет возможность. Возможность не выкинуть его, очистить. И авторот показывает. То есть, да, несмотря на все, то есть возможность, можно вычистить. Даже тот же Нааман, который был, внес такую беду народу Израиля, его смог Илиша очистить. Поэтому не пропускаем возможности, не пропускаем, даже несмотря, что это выглядит грязным, страшным и даже иногда прокаженным. Бейзрат Ашем, что у нас получилось, действительно мы смогли дойти до полного избавления, когда все будет чистым, красивым и полным. То, на этом я сегодня заканчиваю наш урок. Скажем, только получился он урок и на недельную главу, и на авторот, который не читает, но читает другие годы, и который, да, связан с этой недельной главой, и также, скажем так, чуть ли называется не дроша к Дню независимости получается. То, на этом моменте я выключаю запись. Всех, кто слушал запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.